Біз матур кызлар, нікшай ардасыз. Жүрегімнің януларын анламайсыз. Мен ішімдеген пашопы, әр шай ардасыз. Жүрегімнің януларын анламайсыз. Хоп! Ничего не докажет. Женя попросила. Первый вариант. Мы можем сейчас с вами сделать цигун. Есть такое упражнение. И дзин. А второе, я вам покажу сейчас элементы упражнения с мячом. То есть это тайцзи цюань янши. Так как мяча у меня нет. Может, палка какая-нибудь послужит элементом? Ух ты! Заранее подготовились. Чувствуете? Да. Есть разные мячи вообще в китайской традиционных упражнениях. То есть это вот то, что я сейчас вам покажу, это мяч дзян называется. Он должен быть вообще-то длины вот так вот по ухо. Вот. Ну, палка оказалась кривой, поэтому по ухо не получилось. В международных соревнованиях, то есть чемпионаты проводятся, чемпионат Европы, чемпионаты мира по этим упражнениям. То есть это вообще из этой практики. Выступали? Да, я с этим мячом выступал. Просто упражнение. Люли-люли наломаю. Песня длинная, но все упаковано. Просто помню тебя нет.